развитие предприятий, интегрированной структуры. Наукоемкая и высокотехнологичная продукция концерна представлена в павильоне D9. Стенд увидите новейшие беспилотные аппараты, современные радиоэлектронные комплексы и системы наземного, воздушного и космического базирования, воздухоплавательную технику, инновационные разработки. В летной программе и на стоянке летательных аппаратов можно увидеть новинку авиасалона. Самолет Ту-214ОМ, построенный Казанским авиационно-производственным объединением имени Горбунова в рамках проводимой концерном «Вега» работы по созданию авиационных систем наблюдения «Открытое небо». Приглашаем вас на сцену и на открытые площадки концерна «Вега». Павильон «Наблюдение. Открытое небо». Приглашаем вас на сцену и на открытые... Аэробас уже там развернули.
Разворот на горке, друзья мои, обратите внимание. На пятью многофункциональными жидкокристаллическими дисплеями, на которые, кстати, может вывалиться цветное изображение груза на внешней подвеске. Оснащена также кабина новым цифровым автопилотом и новым навигационным комплексом с поддержкой систем навигации «Навстар» и «ГЛОНАСС». Применение новой авионики также позволило уменьшить количество пилотов в экипаже вертолета с 5 до 2 человек. Ну а новое бортовое оборудование обеспечивает работу вертолета в любой точке земного шара и позволяет выполнять полеты по приборам в соответствии с международными правилами выполнения приборных полетов.